Мы еще не проговорили. Мы поговорили про толстый кишечник, а вот теперь поговорим о неприятном. В этом толстом кишечнике может обитать еще большое количество товарищей, которые нам совсем не товарищи. Допустим, нехватка того же B12, она связана не с тем, что у нас здесь мы его мало получаем или здесь его не хватает. Гельминты, товарищи, вот наши. Глисты. Да? Они наиболее активные потребители B12. Очень часто те, которые переходят на сыроедение, длительно на нем сидят, а потом с него спрыгивают. Вопросы очищения ставят не на первую очередь. То есть очищаться от гельминтов нужно раз в полгода. Да, я много разговариваю с людьми, меняющими тип питания. Вот я буду пить соки, там слезу с мяса, а вот то, что по мне ползут глисты, я не верю. Ну и, как правило, после очисток там выползают такие, извините, 25 сантиметров, человеку становится легче. Как то есть распространенное заблуждение. Как мы заражаемся? Те, кто живут в городах, это не, вот сейчас это будет неприятно, сразу скажу. Я такой момент. Много собак в городе. Домашние, не имеет значения, очень много бродячих. Всю зиму собачки делают свои дела. Везде. По весне эта вся масса вместе с талым снегом равномерно размазывается по асфальту. По асфальту или хоть по обочинам? Ну, по всему. Где бежит вода, вот там все это равномерно распределяется. И сразу после высыхания происходит весенний ветерок, он хорошо всем известен, который всю эту пыль поднимает. И мы это вдыхаем. И наиболее, кто вдыхает, это дети, потому что не маленького роста. Поэтому глистная инвазия среди населения, она значительная, очень значительная. Ну, 99% степени разных. 99% людей есть глисты, грибки и прочие паразиты. Да, они есть не потому, что... Они есть потому, что человек не чистится. Нужно обязательно этот вопрос мониторить со своим здоровьем. Если не хватает B12, это не значит, что яблоки плохие. Это, может быть, кто-то обитает. Первый признак. Ну, или грибы в толстом кишечнике, глисты в толстом кишечнике, или грибы в лимфатической системе. То есть они потребители вот этого B12. Как правило. Воруют у нас витамины, по сути. Воруют у нас строительные вещества. Живут за наш счет.